Несмотря на то, что ветка не может быть совершеннее дерева, искусство мастеров, которых вы сегодня увидите, совершеннее всех боевых искусств вместе взятых. Привет, несломные духом розовые единороги! Вы на канале Муай-Тай Сикея, я Федорович, покажу вам невероятных мастеров. Во время пожара руки греть поздно, но во время боя нужно доставать кресты. Не поняли, какие кресты? Тогда покрепче держитесь за свои диваны, ибо крестный свет, прошедший сквозь темную душу, способен уничтожить светлый мозг. Вот так дедушки примерно воевали. Представляете? Так, с разбега, проломить, по одному давайте так. Вот так с краю набегали, поехали. Вы слышали фразу в начале? Так наши деды воевали. И это действительно было так. Помню, в 43-м вышла рота в гимнастерках против 20 танков. Достали крест из кармана и давай эти танки швырять вправо-влево. Не битва была, а загляденье. Но несмотря ни на что, это действительно классная техника. Встретив на улице какого-то гопника, можно сразу достать крест на золотой цепуре и отшвырнуть негодяя на 10 метров. Причем, чем крест тяжелее и дороже, тем его сила больше. А купить самые сильные кресты можно по телефонам в конце ролика. И мудрецы ошибаются, но природа никогда. Сейчас все, кто рос на легендарных фильмах Брюса Ли, пустят слезу. Ибо я покажу вам реинкарнацию величайшего бойца, который наконец-то созрел и показал себя миру. Не судите этого мастера строго, ведь внешность обманчива, а сила видна не сразу. За этими воплями скрыта мощь, понять которую дано не каждому. Ведь не каждый соловей красиво поет, но каждая лиса готова его съесть. Повторить полет орла не может даже сокол. А понять следующего мастера не могут даже его ученики. Ибо те, кто понял, уже помер. А тот, кто не помер, тот не понял, чтобы остаться тем, кто хочет понять, но не может. Это древнее индийское искусство очень опасно, так как сам того не понимая, мастер, заходя в магазин или идя по базару, раскидывает толпы людей направо и налево. Конечно, для мастера это плюс, он никогда не стоит в очередях и не ездит в забитой маршрутке. Но не каждый красивый цветок приятно пахнет, и страдания мастера, который не может передать свои знания,
ибо все недостойны чрезмерно велики. Сейчас я вам покажу очень действенный и очень эффективный, но при этом смертельно опасный переход на удушающий прием. Я прошу вас только об одном. Применяйте его на соревнованиях мирового уровня или на улице в крайнем случае, когда вашей жизни угрожает действительная опасность. Парящая пчела всегда найдет цветок, а к великому мастеру всегда придет ученик, даже если это его бедная дочурка, которая понимает, что папа показывает слишком опасные приемы, но все равно, задавив в себе жалость, делает их, подвергая опасности жизнь собственного бати. Я понимаю, что вы еще в шоке от удушающего, который я только что показал, но я просто обязан показать вам следующий прием, как вырубить гопника в кепке. Этот навык может спасти вас и уберечь от серьезной разборки. Activates the gallbladder meridian. You can do a strike right in here to gallbladder 20. Okay? Okay? So, come up to the guy, he's giving you a hard time, and say, hey, nice hat. Okay, he's giving you a hard time. You can shake it like this, and then, ooh. Okay, sit down. Relax. Sit down. Okay, brush him. Льву никогда не понять вкус банана, а неопытным бойцам никогда не понять, зачем трогать кепку. Но я вам раскрою секрет. Поворачивая кепку вправо-влево, мастер активирует круговорот энергии, а потом одним прикосновением наглухо ее перекрывает, и противник падает без сознания. Правда, есть один нюанс. Когда вы будете трогать кепку, нужно, чтобы противник, удивленный такой наглостью, не пробил вам фанеру до того, как вы нанесете свое смертельное касание. Оглянитесь по сторонам. Я серьезно. Нет жены, тещи нет? Тогда я покажу вам следующий прием небесной пощечины. Ни в коем случае нельзя, чтобы его узнали ваши пассии. Убедились, что я не шутил? Если жена владеет таким ударом, все. Можно уезжать в бескрайние прерии и джунгли, ибо жизнь станет невыносимой. И за каждый косяк вы будете без сознания валяться по полдня под диваном. Главная беда в том, что еще не придумали, как защищаться от этого удара. Поэтому его эффект необратим. У какого мастера вы бы взяли пару уроков? Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями. Пускай знают, что в мире не все так просто. Также смотрите бомбовые видео в описании. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.